После того, когда нам это помещение выделили, мы его привели в порядок, максимально все, что только возможно, с учетом всех требований санитарных норм и противопожарных. Вот стены все обделаны плиткой. Председатель общества глухих в Татарстане показывает нам помещение. Рустем Валеев говорит, благодаря поддержке президента у общественной организации глухих появились квадратные метры. Сумели даже приобрести шкаф, правда, бэушный, но на этом мы остановились. Да, вот этот шкаф для того, чтобы можно было делать формы, закладывать, печь хлеб. Здесь Рустем и хотел открыть пекарню, где бы появились такие востребованные для глухих рабочие места. Мы могли бы здесь занять, мы подсчитывали, примерно 10-12 инвалидов. Это небольшое количество, но это очень существенно, потому что глухим людям очень комфортно работать вместе с другими глухими людьми, потому что они могут разговаривать, общаться и так далее. Дело, казалось, осталось за малым – купить оборудование. Рустем подсчитал, необходимо 700 тысяч рублей. Исходя из того, что чиновники декламируют постоянно о том, что они с собой инвалидов, обратились в Министерство социальной защиты. 2 года просто работы у меня нет никакой. Ситуация, в которой оказался Раиф Шарипов, и яркий пример того, что сейчас глухим не просто найти работу. В такой же ситуации, говорит мужчина, и многие его друзья, кто не слышат. Раньше, во время празднования тысячелетия Казани и в период проведения универсиады, глухие работали на стройках, были востребованы. Сейчас же, отмечает Раиф, он рад любой подработке, но ее почти нет. В последний раз и вовсе обманули, не заплатили. Я закончил ТИСБИ, учился менеджер. Диплом есть, взяли, да. Но домой принес и все толку, а работы нету. На пенсию живу, все. 8 тысяч рублей получаю, больше нету. Председатель общества глухих приводит статистику. В Татарстане инвалидов по слуху 5498 человек. Если исключить детей и пенсионеров, то остается 2000 человек. Тех, кто может работать. При этом сегодня один из трех особенных людей безработный. Мы 6 раз обращались к Тамару Галичу с просьбами, основанными на наших реальных нуждах, наших бедах, наших проблемах. Все наши просьбы президент немедленно рассмотрел, немедленно дал команду удовлетворить. Но извините, если мы каждый раз по всем этим вопросам будем обращаться к президенту, а без нас хватает других проблем. Нам просто уже неудобно обращаться постоянно с этими письмами. Поэтому мы обращаемся в министерство. Рустем показывает нам 2, на его взгляд, уникальных ответа, полученных из Министерства труда, занятости и социальной защиты, с разницей в месяц. Он просил выделить займ, кредит для создания рабочих мест. 27 февраля получен ответ. Выделение займов бюджетным кодексом не предусмотрено. Подпись – заместитель министра Мубаракшан. 20 марта пришел другой ответ. Бюджетный кредит может быть предоставлен юрлицу. Но в законе о бюджете Татарстана не предусмотрено ассигнование. Подпись – заместитель министра Тазетдинова. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что мы сами не можем. Государство вроде бы деньги выделяет на решение этих проблем. Но, как выясняется, получить деньги практически невозможно. Последняя надежда – банк. Рустем говорит, там согласились дать кредит. 700 тысяч на покупку оборудования. Но попросили обеспечение, договор с соцзащитой, что они компенсируют затраты на создание рабочих мест. Документ Рустему получить не удалось. Председатель общества глухих отмечает, в соцзащите пообещали выделить субсидию, но лишь после того, как будут созданы рабочие места. Я стучусь в их двери, они меня открывают, они встречают, они улыбаются. Но мы решили посмотреть еще глубже. Государство проблему обеспечения трудовой занятости инвалидов начинает решать еще со школьной скамьи. В 2016-17 годах в Татарстане была реализована межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности. В постановлении Кабинета министров указано 6 домов и школ-интернатов. Объем финансирования – более 250 миллионов рублей. Мы выбрали 3 учебных заведения, чтобы изучить ситуацию на местах.
мы получили вот такое прекрасное оборудование, которое, конечно, используем. Школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи – единственная в Татарстане. Сегодня здесь обучаются 130 ребят. Директор Светлана Пролупчикова отмечает, получили также оборудование для психологической лаборатории, сенсорную комнату, лицензированные пакеты тестов. Для педагогов были организованы курсы. 1,5 миллиона, наверное. К сожалению, планировалось нам еще и поставить площадку уличную, но что-то там вот не получилось. В 4-й школе-интернате учатся 182 ребенка, дети с диагнозом ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Продолжать подготовку и адаптацию детей здесь также будут на новом оборудовании. В общей сумме это составило где-то порядка 3,5 миллиона рублей. Помимо этого, наши педагоги проходили обучение. В школе-интернате имени Ласточкиной, где большинство воспитанников глухие и слабослышащие, тоже новое оборудование на сумму более 2 миллиона рублей. Обновился и кабинет технологий. Алена говорит, благодаря чутким педагогам она уже определилась с будущей профессией. Я буду учиться на швейцу. Я тебе шила на платье. Много выпускников нашей школы-интерната уходят в сферу сервиса. Девочки получают профессии швеи, они могут получить профессии кулинара. Вадим Ионов закончил интернат в 91-м году. Теперь он здесь преподает. Интересуемся, все ли из его одногруппников при работе. Многие выпускники, людей без работы, даже если закончили, то не могут найти работу. Выпуск был 24 человека, и из них только 2-3 человека, кто нашел. У нас есть статистика ежегодного трудоустройства инвалидов, но мы не знаем, какая часть инвалидов у нас попадает в отток из тех мест, куда они были трудоустроены. Трудоустроить особенного человека – задача непростая, говорит председатель общества инвалидов Татарстана. Из 82 900 инвалидов работу сегодня нашли лишь 30%. В 2017 году были трудоустроены 2522 человека. Это 58% от числа обратившихся. Программа, реализуемая в школах-интернатах, очень важна, отмечает Рифат Ганибаев. Большую работу ведут и вузы. Почему же есть вопросы в трудоустройстве? Причина может быть и в работодателе, ведь нужно создать особые условия, и в самом соискателе, востребована ли его специальность. Мы готовим законопроект для обсуждения в Государственном совете Республики Татарстан о втором бесплатном высшем образовании для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей с инвалидностью. Да, скажем, глухим, жена глухая, дети надо кормить. Создать так нужные рабочие места с особыми условиями и готов председатель общества глухих. Говорит, есть желание, есть кто готов уже сегодня выйти на работу. Вопрос лишь один – как купить оборудование и запустить пекарню. А вот к ним обращайся, к чиновникам. Говоришь, ну, пожалуйста, помогите. Но ощущение такое, что это не мы глухие, а они глухие. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней.